Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. Сегодня мы с вами обсудим VIP-новинки 15-го каталога, которые уже у меня дома, уже у меня на руках. Во-первых, у меня такая вот модель. Хотела показать вам, как она смотрится. Сумка женская, цвета марсала. Размер 21x25, 21x8. Гарантийный срок 30 дней. Артикул 600-823. Состав у нее идет искусственная кожа. И подкладка идет полиэстер. В принципе, вот так она смотрится. Стильненько. И к черному подойдет, и к такому же цвету подойдет, и к белому подойдет. Вполне, я так понимаю, замечательная сумочка. Сейчас мы ее с вами еще вблизи посмотрим. Следующая сумка. Сумка женская. Артикул 600-825. Размер 35-37x28x9. Состав тоже искусственная кожа. Подкладка полиэстер. Хотела вам показать, как они вообще смотрятся. Да, то есть она с обеих сторон одинаковая получается. Такая вот замшевая сумочка прикольная. Ну, то есть вот сейчас будем смотреть на столе еще. Следующая красотка, это сумка женская, терракотовая. Артикул 600-821, гарантийный срок 30 дней, нечаянно вчитается само. Размер 44-50x30x15. Такая вот интересная сумочка, вверх искусственная кожа, подкладка у нее полиэстер. Такая вот красотка. Я надеюсь, я вам там не сильно шабаршу на камеру. Такая вот сумочка, прям большущая. Следующая сумка очень длинная и большая. Она идет цвет черный, артикул 600-824, состав искусственная кожа и полиэстер. Такая вот прям здоровенная. Ну что ж, на стол. Поехали. Вид со стола. Значит, вот так вот представлены сумки в каталоге. Их можно носить и так, и вот так согнуть. Да? То есть такая вот красота. Угу. Вот такие сумочки. Я думаю, что вполне себе классные. Угу. Красота. Так, ну что ж, пойдемте с вами с первой сумкой. Так, длинные ручки. Потом, значит, такой вот значок. Угу. Он пока заклеен, потому что я еще не решила, буду я себе такую сумку оставлять или нет. Дайте мне совет, подходит она мне или не подходит. Тут очень интересный такой вот ремешок, который регулируется. То есть вы можете сделать ручки короче, вы можете сделать ручки длиннее. То есть тут еще два отделения есть, и тут еще тоже много-много отделений. Да, вот, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отделений на седьмое. 8-9, то есть таких вот 9 разделов. Ее носить только на боку, тут нету ручек таких вот, да, вот как ремешка через плечо. Вот так вот она выглядит изнутри. Я все вывернула, все это легко выворачивается, стирается. Так, это от влаги, защита от влаги. Тут есть кармашек. Давайте посмотрим его глубину. Ну, кармашек не глубокий, вот в принципе и все такой вот глубины. Давайте закроем. Так. И с другой стороны тоже кармашек, только он уже открыт, точно такой же глубины, без замочка. И, в принципе, единый раздел, не делится. Так, молния, односторонняя молния. Так, перекрутилась она у меня тут. Тут еще, видите, как надо. Да, чтобы все было окей. Вот такая молния односторонняя, то есть в одну только сторону застегивается, расстегивается. В общем-то, такая многофункциональная, очень вместительная сумка, прямо мега вместительная. Носить ее можно, как в каталоге показано, вот прям вот так. Да, то есть сворачиваете, носите, выглядит стильненько, да. И тут, видите, симметрично. Это зад, это перед с этой стороны, то есть таким образом. Как она, кстати, называется? Так... Сумка тоут или тоут, да, тоут или тоут. То есть такая вот высота ручек от 6 до 30 сантиметров. Вот она регулируется, получается. Размер 39x43x13. Молния, пластик, фурнитура, сплав недрагоценных металлов. Материал вверх, эко-кожа, подкладка 100% полиэстер. Да, внутри два кармана. Один на замке и карман не на замке. То есть такая вот она сумочка. Дальше смотрим с вами терракотовую сумку.
Так, кроссбоди она называется. Имеет плечевой ремень, съемная, регулируется по длине. Материал верха как кожа, 100% полиэстер, недрагоценные металлы, фурнитура 25 на 20 на 9, высота ручки 7 сантиметров. Плечевой ремень 120 сантиметров. Цвет марсала. Цвет артикул 600-823. Что ж, смотрим ее. Значит, вот такие вот длинные ручки. Классные. Далее, как бы все на защитке, как вы видите. Прям супер. Да, если тут поднять, ручки такие вот грубые, красивые. Так, внутри, ну, помимо бумаги, один отдел. Также один карман всего лишь и один на молнии. Все, внешних карманов нету. То есть такая вот она. И тут такая вот эмблемочка, тоже заклеенная. То есть очень большая вместительная сумка. Побежим далее. Вот эта сумка очень много кому понравилась. Все это приходит в красивых пакетиках. Она называется сумка Flap. Размер 34 на 26 на 11. Угу. Такая интересная. Фурнитура тоже сплав недрагоценных металлов. Высота ручки 12 сантиметров. Длина плечевого ремня 120 сантиметров. Сумка жесткой конструкции. Застегивается на магнитный замок и молнию. Внутри имеется карман на замке и карман для аксессуаров. Смотрим. Так, тут такая вот она. Да, обычная, с обеих сторон одинаково. Фурнитура золотистая. Так, открываем. Тут у нас кнопки. Получается, тоже золотистые. Далее открываем. Тут у нас та же самая бумага. Вложен ремешок. И вот такие петельки под этот ремешок. То есть одна с этой стороны, другая с этой стороны. То есть вот таким образом. На молнии идет застежка. И тут тоже не глубокие карманы. Тоже один отдел. Так, вот так вот если застегнуть, то в принципе хорошо. Ну, то есть давайте попробуем. Ну, тут еще надо попасть. Ну, кто-то так любит, чтобы ничего лишнего, чтобы все было изнутри. И очень красивая замша, конечно, да. Прям классная. Это тут кожа, эко-кожа, а это замша. Я думаю, что очень даже такая строгая. Она подойдет и под документы форматом А4, и подо все подойдет. То есть великолепно. Так, третья сумочка. Малюсика лимпампочка. Очень у нее интересный такой цвет. Она называется... Она как... А, третья. Третья женская с кросс... А, кроссбоди, вот это маленькая, оказывается. А это сумка Тоут. Вот. Ага. То есть вот это идет без ручки, без большой. То есть у нее только вот это есть, маленькие ручки, да, которые вот так носить. Ага. Вот. А, извиняюсь, очень извиняюсь за ошибку. Значит, а вот это у нас получается сумка кроссбоди как раз-таки. Размер 25 на 20 на 9. Высота ручки 7 сантиметров. Плечевой ремень 120 сантиметров. А у Тоут размер 44 на 30 на 15. Высота ручек 20 сантиметров. Цвет терракотовый. А марсала это как раз вот этот цвет. Я еще думаю, почему марсала. Ладно. Ну, вот такая вот у нас есть марсала, такая вот ручка классная, прикольная. Дальше отстегивается, тут такой узорчик. Так, внутри, а она еще и тут пристегивается. Посмотрите, как кнопочки еще сбоку есть. Ну, то есть отстегиваете, значит, такой вот ремешок 120 сантиметров, как нам обещают. И если бумажку достать, тоже единый отдел. И точно-точно такие же карманы, как у всех предыдущих сумок. Ничем вообще внутренность не отличается, только размерами. Ну, такая, я вам сказала. Хорошенькая. Очень удобненько. Так, тут застегнули, тут не попали. Вот так. И сумка пристегивается вот сюда. То есть она вот таким образом сзади бы пристегнута. То есть вот так вот. Ну, слушайте, очень хорошая, такая минималистичная. И цвет тоже прикольный. Ну что ж, мои дорогие, все, с сумками все. Что же у нас с вами еще из новинок? Так, листаем, листаем. Наверное, не туда листнула. Вот сюда, вот сюда. Угу. Носочки. Эти носочки я уже сняла. Колготки у меня тоже был обзор. Значит, у нас с вами появились женские шерстяные носки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь цветов. Видите? Единичку поставлю. Такие вот классные носочки. Материал у них у всех шерсть кролика, полиамид, полиэстер, акрил, 2% эластан. Размеры 36-38 и 39-41. Понятно, что я заказала именно размер 36-38. Ну что ж, давайте смотреть. Первые носки 820-659.
Артикулы вам буду только говорить. У всех состав одинаковый. Ну, слушайте, хорошие носочки. Тепленькие такие. Вроде бы чуть-чуть есть, вроде бы кольца, но не колются. Не могу понять. Но такие не супер сильно нежные, да, вот так вот будем говорить. Значит, цвет синий. Далее бордовый 820-667. Угу. Вот такие. То есть они все полностью одинаковые. Такие хорошенькие. Угу. Красота. Артикул 820-669. Слоновая кость. Какой тут зайчик. Ну, слушайте, тоже хороший цвет. Не меланжевый, но с какой-то немножко примесью. Какие-то есть тут издалека, если посмотреть, они с какой-то такой, знаете, розовинкой даже чуть-чуть идут. Какая-то есть розовинка у них. Дальше носки шерстяные 820-663. Темно-серый меланж. Так, меланж, меланж. Ух ты, а эти какие-то вот прям как будто мягкие. Или вид у них такой уютный. Ну, очень такой красивый, холодный серый оттеночек. Светло-серый. Хорошенькие, да? Ко всему подойдут. Следующие носки шерстяные, женские. 820-655. Мокко-меланж. Ну что ж, будем смотреть мокко-меланж. А, кстати, как за ними ухаживать. Вот значочки. Ну вот, тоже очень симпатичные, да? Согласны? Хорошенькие прям носочки. Ну, вот эти как-то больше колючести, чем серые. Ну, прям серьезно, ребят, я вам говорю. Так, это я уже не придумала. Дальше. Артикул 820-661. Размер 36-38. Цвет черный. Ну, на черном навряд ли мы что увидим на камеру, да? То есть, точно-точно такие же. Ну, чисто черный. Хорошие носки. Так, и последний оттенок. 820-657. 36-38. Угу. Да, это такой светло-серый, с крапинками. Тоже такой хороший, меланжевый, да, как называют. Ну, слушайте, все, все девочки семьи Кононовых упакованы. Так, далее у нас пошла мужская линейка. И тут набор мужских носков. Состав 68 хлопок, 29 полиэстер, 3 эластан. Размеры были 40, 41, 42, 43, 44, 45. Я выбрала 42, 43. У меня у мужа 44 нога. И 44, 45 я не стала брать, потому что, мне кажется, они ему будут как-то вот великоваты. 68 хлопок, 29 полиэстер, 3 эластан. Артикул 820-688. В размере 42, 43. 43, значит, синие. Кстати, вообще прикольные, да, с такими вот полосочками. Слушайте, ну шикарно, шикарно прям. Мне нравится, мне нравится. Очень такие, не знаете, эластичные, прям хорошие. Ну, выходит по моему ценнику 200 рублей пара. Да, то есть вот натяну сейчас вам сильно. Тут такие вот полосочки. Так, на пятке тоже такая полосочка, да. В общем, прикольно. И черная тоже с такими же полосочками, только серым тут вышито или покрашено. Нет, скорее всего, вышито, да? Ну, не может Фаберлик сделать просто носки. Не может. В общем, нормальная новинка. Мне понравилась. Очень даже хорошо. И далее у нас с вами идет улучшение, обновление линейки. Вот такая красота. Что тут указано? У нас с вами тут идет улучшенная формула. Более обильная пена, экономичный расход нам обещают. Быстро отмывает жир, эффективный в холодной воде, экологически чистые составы. Но на них на всех есть маркировка 0+, если я не ошибаюсь. Да, 0+, 0+, 0+, 0+. Да, все 0+ идут. Полная смываемость. Показатели лучше, чем в нормах Санпин на питьевую воду. Ультраконцентраты до 3 раз гуще и эффективнее. То есть ультраконцентраты, то есть еще круче сделать. Делали, то сейчас, кто не разбавляет, вообще надо чуть-чуть на губку капать. А то посуду в пене не найдете, говорят. Ну, это уже шутка такая. Один флакон, 2500 чистых тарелок. Ну, ничего себе, как презентовали, прикольно, да? В общем, обновленная линейка, значит, обновленные артикулы. Ну что ж, поехали. Гель, ультраконцентрат для мытья посуды, чистота и защита антибактериальным компонентом. Артикул 301-12. Так, ну давайте густоту посмотрим. Ну, слушайте, правда густущая. Прям смотрите, еле бежит. Ой, запах очень приятного какого-то арбуза. Зеленый арбуз, как будто, знаете, такой недоспелый арбуз бывает. Такой вот аромат.
Вот. Дальше, против сложных пятен гель ультраконцентрат для мытья посуды. Мне сейчас на полгода хватит, потому что у нас посудомойка. И больше у меня капсулы для посудомойки уходят. Так, запах. Боже мой, как вкусно. А чем пахнет? А, красные яблоки. Все понятно. 364 артикул. Так, нежная забота о коже рук с депантенолом. Идет 366. Ну да, ребят, намного гуще стало. Видите, еле бежит. Ой, вообще, какая-то карамельная клубничка. Вот какая-то такая клубничка с карамелькой или с чем-то молочным. Ну, что-то такое вот. Гель ультраконцентрат для мытья посуды сода эффект. Чистота без налета и желтизны. Артикул 30067. Ага. Прозрачное такое, да? Зеленоватое. Так, запах. Боже мой, тоже очень приятный. Такой, да, каким-то лимончиком, да, действительно. Черный, да, тут даже видно, потому что он просвечивает. Даже видно густоту. Так, значит, черный-черный. Так, давайте посмотрим. Вот такой. Ну да, бежит. Так, значит, он у нас идет против загрязнений и запахов. Вот, кстати, этот, девочки, частенько используют для мытья кошачьих лотков и заливают в трубы. Хотя у нас есть специальное средство для труб, есть еще кухонное мыло, устраняющее запахи. Но вот некоторые в чате пишут, что да, вот они хотят это. Артикул 30069. Артикул. Так, дальше. Гель ультраконцентрат для мытья посуды малинковый. Как у меня дочка говорит, малинковый. Я говорю, да-да-да, малинковый. Так, все 0+, все до единого 0+, 30065. Так, давайте его, так, он что, чистота и блеск, блеск. То есть им можно мыть бокалы, там все такое прочее, да. То есть вот такая густота, он такой розовый. Ну, слушайте, да, малиновое варенье, что-то типа этого. Не свежий малиновый аромат, именно варенье. И против сложных загрязнений гель ультраконцентрат. Артикул 30063 идет, тоже с ароматом лимона. А, тут лайм был, да, а тут прям лимон нарисован. Ну, давайте смотреть. Это последнее, что я вам покажу. Угу, ну, великолепно. Так. Но тут уже, да, такой лимон-лимон, да, я бы так сказала. Вроде бы ни одного нет такого, знаете, невкусного, химозного аромата. Вроде бы ничего нет. Ну что ж, мои дорогие, новинки 15-го каталога у меня в двух частях. Первую часть я уже выпустила, и вот сейчас была часть вторая. В первой части мы с вами видели все кремы, консистенции, шампуни и много-много-много-много всего, да. А во второй части мы уже с вами посмотрели все остальное, что не вошло в первую часть. А то первая часть была бы полтора часа. Ну что ж, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. С вами была Кононова Анна и проект Фаберлик Онлайн.